Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. В Харькове 22 часа 14 минут, 20.05.2016 года. Ролики подобного плана, в которых я стараюсь поделиться с вами своими мыслями, своими наблюдениями, своими открытиями, в моем понимании я выкладываю не всегда. Что этим я хочу сказать? Записывая каждый раз ролик такого характера, я не уверен, что доведу свою беседу до логического финала. Но если по каким-то стечениям обстоятельств вы увидите данный ролик на моем канале, значит, слава сдюжил. Этот ролик я хочу посвятить разным группам людей. Есть люди, которым приятно слушать доверительную беседу. Есть люди, которым приятно, интересно слушать беседы, которые связаны с моими собеседниками. Есть люди, которые хотят чисто знаний и чисто сухую статистику. Ну или, может, не сухую. Я давно, после, наверное, самого первого ролика, не проводил такой у себя мысленный анализ, не расставлял все по полочкам, взвешивал. Этот ролик будет вот такой размеренный. Он, наверное, будет из разряда доверительная беседа, но тем не менее будет нести очередное знание, которое желают получить в последнее время очень много людей. Вы знаете, вот знания, они же как бы делятся, я для себя разделил летописного характера и бытового. Начну с бытового. Бытового, то есть людям нужно здесь и сейчас дать практические советы для того, чтобы легче дышалось в нашем тяжелом мире. А есть люди, которые хотят именно узнать, с чего все начиналось и из чего сделана наша планета и так далее. Вы знаете, я, так как люди, которые хотят чисто знаний получить, я, наверное, в большей степени этот ролик им посвящу, а бытовые вопросы я как бы перенесу на другие свои повествования. Вы понимаете, вот знания, когда они есть, вот это как библиотека. То есть много книг, и надо взять с полки необходимую прочитать. И я, честно, порой даже не знаю, что может быть интересно слушателям. Мы немножко пройдем, те, кто слушал мои все лекции без исключения, для них будет немножко повтора, ну, незначительную малость. А те, кто вообще попал на этот ролик впервые и не знает и понятия не имеет, кто такой Вячеслав Котляров, прошу прощения не пугаться. Если вы адекватный человек, оставайтесь, дальше вы все поймете, кто, скажем так, ваш собеседник, да? Но если альтернатива адекватности, тоже оставайтесь, потому что я знаю столько секретов, которые позволяют даже камни плакать. Я попытаюсь этими знаниями, которые я сегодня расскажу, отсеять огромное количество вопросов, которые поступают каждые сутки. Давайте начнем с космоса. Так как мне с терминами немножко тяжело, и не изучая фундаментальные современные науки в больших масштабах, мне крайне сложно называть те процессы, которые происходят во Вселенной, земными мерками. Поэтому я буду стараться простым, доступным, неакадемическим языком передавать то, что мне известно. Возьмем небольшую посуду и нальем туда жидкости. И кинем в эту жидкость зернышко. Неважно какое. Зернышко будет набухать и увеличиться в размерах. Вот наша огромная планета, это она для нас огромная, а для Вселенной она зернышко. Наша огромная планета также ежесекундно, ежесуточно растет. Ну вот еще пример. Вот возьмите, когда мы маленькие, да, у нас, как говорится, и внутренности в соответственных масштабах. Но чем мы взрослее становимся, тем мы растем, и, как говорится, и вверх, и вширь. И наши органы растут и вверх, и вширь. Так вот, представьте, я возьму маленький отрезок, что большая Вселенная, в которой мы находимся, назову ее условно Вселенной, это некий организм огромный. И мы, наша планета в этом огромном организме, пускай оно будет сердце. То есть человек маленький растет, и у него сердце увеличится. И точно так же Вселенная растет. И наша
огромная планета увеличивается. Поэтому, когда говорят, скажи, ее размеры, все течет, все меняется. Тысячи лет назад у нашей планеты были одни размеры, сегодня другие, а послезавтра будут третьи. Как и любой маленький организм, наша планета когда-то была крохотная по нашим меркам. Возможно, в ту современную Землю, которую принято нам сейчас рисовать. Ну, за миллионы лет она увеличивалась. На вот этой маленькой планете вначале была первая начинка, это первый слой и шел сот. Для удобства я буду использовать термин, что изначально по земным меркам планета была, ну, скажем так, из кремния, минерала, камня. Пускай будет каменная. Хотя там совсем другие названия. Мы же договорились, что я буду стараться не академическими терминами изъяснять свои мысли, а именно на бытовом уровне. Так вот, этот камушек был облеплен сотами. В предыдущих лекциях я сообщал, что у всего есть свой создатель. И с какой стороны ни подойди к вопросу создания нашей огромной Земли, всегда будет верно. Потому что тот организм, в котором находится наша маленькая планета, тоже в свое время кто-то создавал. Но как я всегда подчеркиваю, что я бы не хотел бы углубляться сильно далеко в космос, давайте хотя бы возьмем для начала нашу планету. И представим, что наша планета — это сердце огромного человека, ну или Бога. Бог растет, и вместе с ним растет его внутренняя вселенная, его внутренний космос, и, естественно, наша планета. Возвращаемся к нашей планете. Чтобы легче было сконцентрироваться, будем рассматривать только ее. И вот она была маленькая. И сверху начали появляться ячейки. Довольно-таки большое количество. Так как планета была изначально, назовем условно, каменная, и органика там не присутствовала, то все живое это было в камне. Те, кто изучал ведические знания, часто сталкивался с такой формулировкой, что вначале мы были в минеральном царстве, потом мы были во флоре, потом в фауне, потом перешли в человека и так далее. Так вот, минеральное царство — это, скажем так, наша точка отсчета. Точнее, даже я ниже минерального царства не пойду пока. Давайте с минерального, потому что и ниже минерального мы можем опуститься до вселенских инфузорий, туфелек и эмблем зеленых. Поэтому давайте начну с икринки. Наша планета икринка. И вот она растет. И вот в этих ячейках, так как она была по умолчанию, назовем условно, из камня, естественно, все было каменное. Растительность, трава, деревья и, как бы это странно ни казалось, животный мир. И наши современные камни, конечно, имеют душу. Все имеет душу. Душа есть во всем, и в камне тоже. И вот по мере того, как планета с каждым вселенским веком становилась все больше, то в ячейках начиналось место для органики. Мы возьмем пока нашу ячейку. Наши ячейки тоже миллиарды лет назад, миллиарды, было исключительно все из камня. Цветы, деревья, животные, птицы. Ну, камень, вы же поймите, что я условно беру. Можете для себя использовать слово кварц, можете минерал. Я понимаю, что это сложно представить летящую каменную птицу. Но ее придется представить, потому что в этих птицах находились наши души, которые проходили эволюционный путь развития. С веками вселенскими наша ячейка процветала. Это было каменное царство, каменный цветок большой. И люди, пока мы еще не были людьми, наши сущности жили в этом всем многообразии. Ну, Вселенная так устроена таким образом, что даже у камней есть враги. И всегда на более высокую цивилизацию всегда находится более высокоразвитая цивилизация. Точно так же, как человеческое сердце может повредить не дух, точно так же и каменную нашу когда-то планету начал побеждать относительный недух. Потому что смерти как таковой не существует. Смерть — это мера. Если где-то убывает, то где-то пребывает. Смерть чего-то дает жизнь чему-то. Мы же тоже питаемся рыбой, мясом, а это жизнь. Но мы вынуждены ими питаться, потому что, как я говорил в предыдущих роликах, мы временной оккупации.
потому что ничто не вечно во Вселенной, все течет, все меняется. И вот эти каменные джунгли, в которых находились наши души, также подверглись в свое время вторжению. Цивилизации, которые были на порядок выше этих камней, а мы уже представили, что сердце человеческое подвергается так же само каким-то недугам, точно так же недуги появились и в этих камней. И эта ячейка постепенно, скрупулезно начинала выкашиваться. А небольшое отступление, опять же скажу, вот Земля вначале была маленькая, потом она как бы стала больше, поэтому появился еще, вот был один круг ячеек, потом Земля стала больше, еще один круг ячеек. Ну вот как пчелы создают улей, вначале же он маленький, у них, допустим, небольшой улей, да, один круг идет, и с каждым разом больше. Поэтому ячейки внизу были, а сверху уже появлялись другие ячейки, третий, четвертый, пятый. Насколько мне известно, цифра 9 существует, до 9. Ну, все я знать не могу, поэтому если я ошибусь с цифрой 9, в моем повествовании, возможно, это не принципиально. И когда уже было выкошено относительно все каменное царство, здесь потихоньку начала зарождаться первая органика. То есть, фигурально и буквально говоря, сквозь камни начали пробиваться первые травки органические, цветочки, появляться на них бабочки, пчелки, мотыльки. Каждая ячейка, она живет своей жизнью. Дело в том, что даже на том круге ячеек, где мы находимся, существуют еще до сих пор вот такие каменные леса и деревья. И наши предки умудрялись в эти ячейки летать, телепортироваться точно так же, как мы вот ходим в зоопарк, чтобы посмотреть на животных, которых мы не увидим в быту или в природе. Точно так же наши предки летали на экскурсию в эти ячейки. Это я говорю к тому, что ячейки не одновременно везде был камень, потом дерево и так далее. Потихонечку, сразу невозможно, чтобы одновременно во всех ячейках было все одинаково. Поэтому есть еще девственные нетронутые ячейки, где существуют минеральные царства. И как я в предыдущих своих повествованиях сообщал, пришло время появиться человеку. Но уже была создана почва. Почему человек не мог жить в каменном царстве? Потому что он только может жить в органическом, где все, как говорится, цветет и пахнет. Поэтому первые люди, они в принципе даже не питались. Поры их кожи дышали этим благоуханием этой чудесной ячейки, и люди насыщались. Ну, каждый сталкивался, что начинает готовить возле плиты, очень голодный, а потом надышался парами и на какое-то время аппетит перебил. Вот. И когда у нас были тела более чище и более совершеннее, мы точно так же поглощали продукты через свои, скажем, поры в коже. Меня часто задают вопрос, а как же гигантские киты, которые живут под нашей ячейкой, питаются? Ну вот они точно так же и питаются. У них даже по большому счету и рта нету. То есть они впитывают в себя всю органику через кожу, и также через кожу эту органику как губка выжимают. У них совсем другие процессы. Я не хочу возвращаться к китам. Многие улыбаются, говорят, все хорошо с китами, правда, ребята загнули. Никто ничего не загнул. Загинать некуда. Вот. Первые люди были созданы сразу эволюционно развиты и общались исключительно телепатически. Речь уже у людей начала появляться, когда они начали деградировать. Поэтому вот знания, которые приходится иногда получать, они получаются сразу в заархивированном виде. И когда начинаешь маленький этот файл распаковывать, там получается гигабайты информации, которые надо как-то обусловить, надо дать какие-то термины, значения, перевести на нашу речь. Намного было проще, когда люди телепатически общались, и за считанные секунды можно было передать всю информацию, которая у вас находится на жестком диске. Разговор это долго, но в нашем случае нужно. В это, возможно, несложно поверить, но в сложившейся ситуации наша речь, она же наше лекарство. И когда человек говорит, он лечит себя, излечивает, реанимирует. Точно так же он оздоровляет своих собеседников.
Но главное, конечно, чтобы его была речь чистая. Поэтому я хочу сказать, что наполняйте свои сердца светом, наполняйте свои души теплом. Вы просто об этом думайте, постоянно об этом думайте. И уверяю вас, сила мысли творит чудеса. И вы будете ходить, не касаясь земли, будете парить. Мы так устроены, что нам нужно обыкновенное человеческое общение. Иногда одно доброе слово может человека излечить от его недухов, как и физических, так и душевных. Неоднократно сталкиваясь в комментариях с огромными китами, вы погорячились, их нету. У меня в голове возникает такая история, коротенькая. Встречаются два муравья, наши обыкновенные земные, которые у нас бегают в лесах. Вот в одном из ваших лесов встречаются два муравья и беседуют. Один муравей другому говорит: ты слышал, у нас в муравейнике какой-то ненормальный муравей появился. Он утверждает, что мы живем на огромной планете, и на этой огромной планете в океане водятся какие-то киты, и эти киты настолько огромны, что мы даже не можем их представить размеры. Ну, другой муравей говорит: да, точно он ненормальный. Просто быть такого не может, чтобы в нашем лесу, где мы живем, был еще больше мир, и в этом мире были какие-то там киты огромные, гигантских размеров. Это все сказки. Этот муравей точно ненормальный. Я специально подобрал слово ненормальный, потому что знаю, что ненормальный, слово ненормальный имеет как знак минус, так имеет знак плюс. Ненормальный — это вне нормы. Вне нормы можно идти в плюс, а можно идти в минус. А где критерий? Мы думаем, мы часто думаем. Вот интересно, мы думаем или мы думаем то, что думаем? Ведь вся информация, которая озвучена писателями-фантастами, это не плод их воображения. Это исключительно существующие события прошлого, настоящего, будущего, которое происходит в безграничной вселенной. Поэтому, даже если бы сильно мне захотелось что-то придумать, уверяю, у меня бы ничего не вышло. Меня часто требуют доказательств. Вообще забавно. Вот те, кто ко мне положительно относятся, я благодарен. Исключительно вот благодаря этим теплым письмам я выхожу в эфир. А вот те, кто скептически относятся, просят доказательств. Давайте сделаем так. Вы мне докажите, что существует Австралия. Только не показывайте мне на карте, пожалуйста, что вот нарисовано. Вы знаете, я тоже могу нарисовать сотовую землю. Вы мне просто докажите, что Австралия существует. Ведь вам же ж надо сотовую землю как увидеть, пощупать, понюхать, потоптаться по ней. Ну, я имею в виду другие ячейки. То есть, чтобы вы убедились в том, что другие ячейки существуют, вам нужно находиться в других ячейках. Но если, по вашему мнению, Австралия существует, то вы с легкостью сможете это доказать. Ведь я ж не ошибаюсь, Австралия есть. И вы, это я к скептикам обращаю, вы точно в этом уверены. Докажите, не сможете. Для этого что нужно? Для этого нужны деньги. Чтобы доказать мне существование Австралии, для этого нужны деньги. Так вот, чтобы доказать существование других ячеек, для этого тоже нужны деньги. И немалые. Так, вот небольшое отступление сделал. Ну что со знаниями? Знания, они, конечно, всегда на поверхности. Когда в нашей ячейке забурлила жизнь, климат у нее в этой ячейке был настолько райский, ну был рай на земле, что люди буквально жили под открытым небом, спали под открытым небом. Но по мере изменения климата в нашей ячейке, причем мы его искусственно меняли, само собой ничего не происходит. Даже вот меня спрашивают: а скажите, там землетрясения, цунами, тайфуны, торнадо. 99% этих всех катаклизмов — это искусственно человеческих рук дело. Даже не инопланетных никаких, не с других ячеек. А сами люди просто взрывают очень мощное оружие, используют очень мощные заряды, чтобы тряхнуть землю, чтобы дома попадали, чтобы поднять волну, чтобы поднять огромный смерч. Это все рукотворное.
Даже те звуки, которые вы слышали, что планета гудит, то люди развлекаются, это тоже рукотворно. С куполом, ну купол что? Купол он есть, он никуда не денется. Чтобы убедиться в его существовании, это его надо очередной раз пробить, чтобы вода полилась. Ну и некоторые скептики несколько секунд убедятся в существовании купола. Космос, ну космос это, ну, по нашим меркам пускай будет эфир, в котором тоже живет жизнь. Звезды, я как и говорил, это планктон. Планеты, космические корабли более высокого порядка. И вот когда пришло время нам жить в теремах и одеваться в звериные шкуры, хотя поначалу никто животных ради одежды не убивал, поначалу все одевали исключительно из растительного царства. Лен, хлопок и так далее. Меня спрашивают татуировки. Татуировки нежелательно, просто я имею в виду солярный знак. Нежелательно. Наши предки татуировки не наносили. И далекие предки, я имею в виду. Они использовали минеральные краски. Если шли работать в поле, одна раскраска. Ну, я утрирую, но сам смысл. Если в бой, и шли другая раскраска и так далее. Тоже наносили какие-то рисунки. В нашей ячейке было много солнца разных. Эти лампочки тут меняли. Вот сейчас одно, допустим, по кругу летает. Когда-то давно было одно, которое стояло на месте. И как в сказке Корнея Чуковского, крокодил солнце в небе проглотил. Это не аллегория. Пришел мощный захватчик и проглотил наше солнышко. И вот наши предки жили долго в потьмах, пока не нашелся из наших предков великий богатырь, который этому крокодилу разорвал пасть, и солнце опять появилось. Ну, это фигура речи, но сказка ложь, да не намек. Мне все-таки кажется, что лучше бытовой уровень разбирать, хотя я буду, конечно, затрагивать и глобальную нашу историю. Правильно, наверное, летописи, хотя не принципиально. Летописи, история. У наших предков вообще не было тех правил, которые мы сейчас используем. Любой мог придумать слова новые, и это было нормально. У наших предков не было вообще синонимов. Ну, пришло время, когда и нашу ячейку пошла первая волна. Волн было очень много, я вам скажу. Волн было в нашу ячейку такое количество. Мне все пытаются даты. Это как я вот Сереже Тарасову сказал, это я еще не трогаю тему параллельных миров. А это тоже мой конек. Это я еще наш мир пытаюсь объяснить, который по сути он иллюзорный. Есть действительный мир, а это иллюзия. Относительная иллюзия. Как я говорил, скрипты настолько серьезно прописаны, что если мы до раскаленного металла дотрагиваемся, мы ожоги получаем. Вот, волн было очень много. И лун было очень много. Это луны, это космические корабли. Их постоянно сбивали, их постоянно захватывали. Вся сложность нашего мышления заключается в том, что мы пытаемся выстроить всю четкую, непрерывную, длинную нить. Вы не смотрите так на события нашего мироустройства. Наше мироустройство не нить. Представьте, инструмент гитара. Вот мне пишут или подкалывают, или серьезно хотят, чтобы я сыграл. У меня 12-струнная полуакустическая. Вот представьте, что нить не одна, их 12. А еще лучше представьте арфу, где много струн. Так и наша Вселенная развивается. Нету одной четкой точки из пункта А в пункт Б. Есть миллионы, миллиарды путей и разветвлений. Безумный алгоритм. Безумный алгоритм. Наше человеческое начало в данных реалиях очень с большим трудом может постичь. Очень тяжело достучаться. Очень тяжело описывать неописуемое. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Пойти себя – это познать себя изнутри. Когда человек себя изнутри познает, он иногда открывает то, что о себе не ожидал. Вас уверяю, у всех у нас заложен дар, потому что наши предки были светлы, добры. Как тигр не может родить козленка, точно так же и наши предки не могли воспроизвести потомков более примитивные, чем они. У нас же в старые времена, когда дети рождались, они уже на второй, на третий день начинали
говорить. Это было вполне нормально. Есть старая сказка, я ее слушал в лет 5, 5 лет мне было, про Евсейку. Так вот, Евсейка родился, но уже тогда были те времена, что такой ребенок был в диковинку. Он уже там на третий, на четвертый день советы давал. А есть сказка «Крошечка-Хаврошечка». В этой сказке подробно рассказывается, как Крошечка-Хаврошечка заходила в пирамиду портал и телепортировалась в другую ячейку. Но чтобы в те времена, когда уже морок был сильный, объяснить, что такие телепорты, рассказали про корову, что Крошечка-Хаврошечка в одно ушко залазила коровы, а вылазила из другого. На самом деле заходила в портал и перемещалась в другую ячейку. Также сказ о Настеньке, которая пользовалась не порталами, а которая пользовалась фейманами, вайтмарами и перелетала из одной ячейки в другую. Также сказка «Летопись страны Арии». Да, я ее изучил, ее сильно, конечно, исказили. Там очень много новодела, очень много придумали современные писатели, но суть не исказили. Там неважно, как события они переиначили, важно то, что эти события имели место быть. Вот «Летопись страны Арии» рекомендую. Вот, и нашу землю постоянно перекраивали. Много миллиардов лет прошло с той поры, когда здесь был каменный лес, но останки его можно найти сплошь и рядом. Эту ячейку много раз превращали в огромный безбрежный океан. Потом за миллиарды лет этот океан опять сверху покрывался землей, камнем, век за веком зарастал. Опять появлялись трава. Все живое. Человек порезался. У него порез зажил, но шрам остался. Та же самая наша ячейка. Сотни тысяч раз превращалась в бездонное море и сотни раз восстанавливалась. И мы свидетели того, что наша ячейка уже на большой процент очередной раз подъедена, скажем так. Добивается все время, из чего сделано солнце, из чего сделан купол. Технологии, из чего все это сделано, выше нашего понимания. Поймайте в лесу муравья и попытайтесь ему объяснить, из чего сделана ваша комнатная лампочка. Точно так же и мы. Я при всем желании на данный момент не в силах воспроизвести материал, из чего сделан купол, лампочка. Я смотрю на происходящее, и мне кажется, что я и так в моем понимании делюсь нечто большим, чем мы с вами сталкивались на протяжении всей нашей жизни. Не допытывайтесь тех, кто скептически ко мне настроен, до этих мельчайших подробностей. Придет время, и я их озвучу. А может быть, к тому времени вы и сами уже ответите самостоятельно на те вопросы, что задавали. Наша ячейка сейчас в оккупации. Конечно, у нас есть шансы, они у нас всегда есть. И один в поле воин, коль как наш древний предок скроен. Порой тонны информации меркнут перед маленькой крупицей истины. Плохих людей тоже не бывает. Есть обстоятельства, при которых человек становится либо плохим, либо хорошим. Говорят, автор пугает страшилками. Да куда ж уже страшилками пугать, когда нас 200 лет назад было миллиарды. Но вот те, кто пишет, что я страшилками пугаю, ну просто задумайтесь. Есть много исследователей, которые пытаются узнать, из чего сделаны летающие тарелки, на чем они летали, каких они конструкций. Есть же книги Вимани Шастра, там все подробно расписано, из чего тарелки летающие делаются, что в них заправляется. Но более высокие, конечно, технологические летающие тарелки, они управляются силой мысли. Есть люди, спрашивают Чернобог. Ну, Чернобог от слова не черный, а от слова червоный. Чернобог это санитар, своего рода помощник в эволюционном развитии человечества. У наших предков, если я не ошибаюсь, не было слова черный. Было слово мрак, но черный не было. Черный это, скорее всего, искаженное червоный. У нас было 49 буквиц. Каждая буква это наша нога. Возьмите муравья и оторвите ему 4 лапки. Муравей не побежит. То же самое наша буквица. У нас оторвали очень много букв, и нам очень трудно бегать. Наши предки для общения еще совсем недавно использовали сотни тысяч слов, а мы 2-3 тысячи. Почитайте словарь Даля, там 250 тысяч слов.
Правда, его режут с каждым годом, все меньше и меньше слов там остается. В завершение хочу сказать на тоже распространенный вопрос, какую пользу приносит данная информация. Первое, самое основное, здоровье. Хоть круть верть, хоть верть круть. Если человек находится постоянно во лжи, то ложь разрушает его изнутри. Если человек познает достоверную информацию, недуги отступают от него. Люди переориентированы сейчас на финансы. Ну и финансы, правильно, в наших реалиях нужны. Но если у вас не будет здоровья, то вы и не сможете и финансы заработать. А если у вас много финансов и опять же нет здоровья, то вам и финансы не будут в радость. Поэтому ту информацию, которую я даю, она по сути является необходимой для оздоровления нашего небольшого, но еще пока светлого общества. А на этом разрешите откланяться. С вами был Вячеслав Котляров. Спасибо огромное, что слушали меня. Благодарю. До новых встреч. До свидания.